Приветствую вас, дорогие мои скорпионы. С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас будет прогноз на апрель, но прогноз несколько нестандартный. Вот в каком плане он будет направлен на события, вызванные теми переменами, которые происходят у нас сейчас. Да, вот сейчас у нас март, и каждый день что-то да мы узнаем. То касаемо банковской сферы, то касаемо там, еще каких-то вопросов. В общем, все, что влияет на нашу жизнь. Заставляет меняться, заставляет делать какие-то перезагрузки, подстраховки и так далее. Ну что ж, давайте ближе к делу. Итак, апрель месяц. Каким будет общий событийный фон в апреле месяце? То есть, как бы ваше место в этом водовороте, в этой воронке, которая создает водоворот. В данном случае у нас двойка пентаклей. Ну, знаете, неплохой вариант, неплохой вариант. Да, могут быть рокировки, скажем так, то на одной ноге, то на другой, то устойчиво. Вот. Что касаемо вашего места в этой воронке, ну вот у меня такое ощущение, что вы в нее еще не попали. Вот вы еще на поверхности и делаете все возможное, чтобы вас не утянуло. И в принципе, знаете, есть шанс, да, есть шанс каким-то образом уйти от этой воронки. Причем уйти с помощью постоянного изменения. Изменение вашего положения. Может быть, знаете, как, ну вот если перейти уж совсем на такой практичный язык, имеется в виду, когда действительно человек попадает в водоворот, то он может либо отдаться и позволить себя затянуть, а кто-то, возможно, начнет подныривать, уходить, пытаться уходить в сторону. То есть вот предпринимать разные такие способы, методы продержаться, уйти. Вот в данном случае у меня вот такое ощущение, что вот вас просто так затянуть в эту воронку, ну, будет очень сложно. Очень сложно. Вы настолько мобильны, вы настолько быстро способны меняться, перестраиваться, перезагружаться, что, в принципе, да, не просто вас утянуть в эту воронку. Ну вот, если пример перевести такой, ну, пример, конечно, не очень, но вот чтобы было понятно, как говорят про человека, который выйдет из любой сложной ситуации. Говорят, он скользкий, скользкий, как уж, да? Его хватают, а он выскальзывает. Ну, еще раз прошу прощения, может, не совсем удачный пример, но вот что-то вот в этом роде. Не совсем, конечно, точно, но вот какое-то общее понятие все-таки есть вот именно в таком состоянии. Хорошо, давайте теперь посмотрим, а что там по основным сферам вашей жизни будет происходить. Какие перемены? Деловая сфера. Ну, паш, пентакли. Финансовая сфера. Ну, уж я же говорю, карта победы, шестерка жезлов. Ну, и отношения. Отлично. Тройка пентаклей. В общем, друзья мои, то, что я сказала, в принципе, карты и показали. События показали. То есть те перемены, которые сейчас происходят, да, они внесут перемены в вашу жизнь. Но самое интересное, они не принесут вам особого ущерба. Тут, знаете, все зависит от вас. Вот насколько вы будете вот верткими, юркими, мобильными. Вот есть еще такое выражение: фигара здесь, фигара там. Да. Вот это состояние, оно будет вам придавать плавучесть. И, естественно, будет помогать как-то либо увертываться от этих перемен, которые могут повредить вашей жизни или какой-то сфере вашей жизни.
И, в общем-то, что мы и видим? Вот она, друзья мои, паж Пентаклей. Практичность. И еще раз практичность. Нацеленность на создание новых ресурсов однозначно. Это может быть касаться и работы. Кстати, деловая сфера, имеется в виду работа, бизнес, личные дела, дела семейные, хозяйские, бытовые. То есть все дела, которыми мы занимаемся каждый день. Каждый день. Но только дела, друзья мои. И что мы видим? Да, вы готовы. Вы готовы меняться, вы готовы перестраиваться, вы готовы обучаться, вы готовы использовать ресурсы других, вы готовы себя мобилизовать. И более того даже, мобилизовать и вокруг вас людей. В одну связочку скрепить, в один союз. Отлично. Так что у кого-то появится новая работа, у кого-то даже новый бизнес, друзья мои. Однозначно, или изменение, переориентирование бизнеса, которым вы сейчас занимаетесь. У кого-то появятся новые возможности что-то сделать по дому, провести какие-то сделки, может даже что-то прикупить, во что-то вложить деньги. Понимаете? И в общем-то, учитывая карту, выпавшую в финансовой сфере, шестерка жезлов, да, друзья мои? Все ваши вот эти дела, они будут вести к результату, к финансовому результату, причем очень хорошему результату. Вы будете чувствовать в финансовой сфере себя на коне. Более того, вот почему-то идет такое ощущение, что именно в апреле у вас могут появиться новые источники, прорыв в вашей финансовой сфере, как бы это ни странно, может, звучало, казалось бы, но какой тут прорыв, когда... Ой, все сыпется, все рушится, да? Но тем не менее, вы найдете точку опоры, вы найдете новые источники, вы найдете возможности, которые могут открыться неожиданно перед вами. Но опять же, все это возможно благодаря уже полученным знаниям, благодаря уже полученным каким-то навыкам, вашей такой коммуникабельности. Ну и, конечно же, вашей вот такой уникальности, вашему местонахождению в этой воронке событий. То есть здесь, друзья мои, я никакой печальки не вижу. Наоборот, только плюсы. Что касается отношений, ну, идет только подтверждение. Смотрите, тройка Пентаклей. Ну, имеется в виду отношения для кого-то деловые, любовные, родственные. Тут у кого что горячо. Вот на то и ориентируйтесь. Здесь тоже идет объединение. Объединение ресурсов, новые контакты, новые союзы, новое партнерство. Использование, возможно, вы никогда и не занимались этим, но вот в апреле месяце вы начнете использовать все ресурсы. Да. Ну вот если пример привести, это, допустим, открытие новых площадок. Кто-то раньше пользовался, хватало, допустим, Ютуба или хватало странички ВКонтакте, и все, и как-то не задумывались. Вот. А в апреле вы начнете создавать странички на каких-то других площадках, изыскивать возможности за счет новых контактов, за счет какой-то новой информации, может, начнете обучаться, может, начнете создавать какие-то группы. Совместные проекты, совместный бизнес. То есть тут, понимаете, идет вот именно объединение ради получения каких-то ресурсов, получения некой стабильности. Тут один в поле не воин, это однозначно. Пересмотр отношений вот именно с этой точки зрения. И неважно, это родственные отношения, любовные отношения или, допустим, деловые отношения. Тут идет как бы пересмотр, глубокий анализ людей, которые находятся с вами. Кому можно довериться, с кем можно пойти, с кем можно объединиться ради того, чтобы, допустим, вот... Чувствовать себя уверенно, чувствовать себя на коне, хотя бы в финансовом плане. Вот как-то так. Ну что ж, давайте теперь посмотрим, что вам Таро Светлого Провидца посоветует.
Ну, в принципе, друзья мои, очень хороший прогноз. Очень хороший. Это вообще радует, когда появляется возможность управлять процессом и, более того, направлять в нужную сторону, да, это всегда замечательно. Хуже, когда вами управляют, вас, как говорится, куда-то посылают, а надо вам это или нет, как-то не спрашивают. Итак, совет. Совет светлого провидца. Восьмерка жезлов. Восьмерка жезлов. Ну, для кого-то это совет поторопиться. Быть более мобильным, более быстрым. Быстро получать информацию, быстро ее анализировать. И более того, быстро ее применять. Вот. Быстро действовать. Пополнить свой энергетический запас. Потому что, чтобы действовать, сами понимаете, нужно иметь на это силы. Уже за счет каких способов? Может, знаете, элементарно начать заниматься зарядкой. Перестать смотреть какие-то негативные программы. Общаться с людьми, которые позитивно настроены. Как бы стремиться вверх, стремиться ввысь. Вообще, присмотритесь к этой карте. Карта, конечно, очень необычная. Возможно, вы увидите что-то новое. Вот у меня так вообще вот как-то тянет вот в эту точку, в этот центр. Как бы там истина, там цель, там решение задачи, проблемы. Там ответ на все вопросы. Вот такое идет ощущение. Возможно, у вас что-то будет другое. Дорогие мои, я напоминаю еще вам, что если вы не хотите потерять связь со мной, все-таки больше идет разговоров о закрытии Ютуба, зарегистрируйтесь на моих площадках, либо ВКонтакте, либо на Телеграм-канале, либо в Яндекс.Дзене. Тут кому что удобно. Да. Или сделайте себе где-нибудь пометочку. Ну, может, кто-то не хочет торопиться, ждет все, что может утрясется с Ютубом. То сделайте пометочку, где меня можно найти. Ну, а на этом, ласточки мои, я закругляюсь. Желаю вам однозначно здоровья, процветания, побольше улыбок, побольше любви, мира в душе, мира в вашем доме. Ну, а самое главное, будьте счастливы. И до новых встреч на моих площадках, которые вы себе выберете.